Переходим к событиям в России. Депутаты Государственной Думы отклонили в первом чтении законопроект о тестировании несовершеннолетних без согласия их родителей или опекунов на предмет употребления наркотиков или алкоголя. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по охране здоровья, документ ущемляет права ребенка и его родителей, не отвечает положениям семейного законодательства, а также меняет всю концепцию информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство.